Егор Шанюк без труда жмет штангу весом 100 килограммов. Для спортсмена это только легкая разминка. В свои 18 лет парень уже является трехкратным чемпионом Казахстана и кандидатом в мастера спорта. На днях спортсмен выступил на чемпионате страны по пауэрлифтингу весовой категории до 93 килограммов. И хоть в упражнении жим лежа показал не лучший свой результат, в оставшиеся двух тяги становой и приседи добрал заветные килограммы и обошел своих соперников, став победителем национального турнира. Несмотря на чемпионский титул, к своей победе Егор относится с критикой. Готовились мы очень долго. Заступал второй раз, получается, пытался второй раз собрать мастера, не получилось. Дорога была очень тяжелая, было жарко. Вот пока в дороге ехал, скинул всего килограмм. В принципе, не так страшно, но это повлияло как бы. Хотел собирать сумму 750, получать мастера спорта, не собрал, собрал 700. Помимо Егора на соревнованиях отличились еще два спортсмена – Роман Панин и Иван Зырянов. Оба парня также стали победителями в своих весовых категориях, значительно обойдя своих соперников. По словам тренера, такой высокий результат – итог долгих и усиленных тренировок. Готовились спортсмены. Как бы у нас все по плану там шло, подготовка. Вот. Там результаты, в принципе, мы планировали высокие. Ну, как минимум, это попадание в тройку. Ну, уже так как бы удачно все сложилось. 3 золота взяли. Всего в чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу приняли участие более 400 спортсменов из 15 команд. А Темиртау в турнире участвовали 3 тяжелоатлетов, по итогу ставшие победителями соревнований. Сейчас спортсмены продолжают усиленно тренироваться и готовятся к отборочным соревнованиям на чемпионат Азии, который состоится в Ташкенте. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.